Владимир Путин объяснил цели российских военных в Сирии. В субботу на торжественном вечере ко дню защитника Отечества в Кремле президент России заявил, что военная операция российских сил против террористов в Сирии заслуживает самой высокой оценки. По словам Владимира Путина, солдаты и офицеры уничтожают в Сирии боевиков, которые открыто называют Россию врагом и не скрывают планов провести экспансию на территорию СНГ. На стороне боевиков Исламского государства, по разным оценкам, воюют около 5 до 7 тысяч выходцев из стран бывшего Советского Союза. Но в целом, отметил президент, Россия всегда стремится решать любые спорные проблемы политико-дипломатическими средствами. Воинское мастерство наших военнослужащих сейчас совершенствуется и в военной операции в Сирии. Сражаясь в этой ближневосточной стране, наши солдаты и офицеры защищают интересы Российской Федерации, уничтожают боевиков, которые прямо называют нашу родину врагом и не скрывают своих планов по расширению экспансии, в том числе на территории России и Содружества независимых государств.